Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует магазин Крош, кемпер-коляска Ford Baby. Она имеет алюминиевую раму, также блок-люльку. Ручка идет не перекидная, идет перекидной здесь блок. Также получается этот блок, можно из блока люльки переделать в блок сидячий. Вот здесь есть специальные ремешки с двух сторон. Они снизу вот здесь вот соединяются. Чтобы посадить, здесь есть специальная ручка. Нажимаем на нее, садим. Также положение спинки у нас регулируется ремнями. Затягивается. И вот теперь у нас уже прогулочный блок идет. Чехол можно будет снять. И у нас получается вот такой вот прекрасный прогулочный блок с дополнительным подкладом. Также имеет эта коляска два амортизатора. Сзади идут на